Всем привет! С вами Зауральский садовод. 27 ноября я показывала, как сею клубневую бегонию. Прошло 10 дней, сегодня у нас 7 декабря, и хочу показать, что у меня происходит. Сеяла я 7 сортов по 5 штучек каждого. Итого 35 штук. На сегодняшний день у меня взошло 22 семечка. Какие-то вот уже видно семидольки расправили. Конечно, они еще очень маленькие. Их сложно заметить, но разглядеть можно их. Я разглядела даже те, которые семидольки еще не развернули, а показался только маленький-маленький корешок. Потому что сначала появляется маленький белый корешок, такой пушистенький, а потом уже разворачиваются семидольки. Так, первые всходы у меня появились 4 декабря, это на 7 день было. Я оставлю вам видео об этих всходах. Так, сегодня 4 декабря, и на 7 день у нас начали появляться маленькие всходы. Не знаю, видно вам или нет. Вот они, малышки. Это первые 3 всхода, которые я сегодня обнаружила. Ой, еще один вижу. Но больше пока не видно. Сейчас надо поставить подусиленную подсветку, для того, чтобы вот эти малыши не вытянулись в темноте. Так вот они сейчас выглядят. Может показаться, что здесь ничего нет, но здесь есть, поверьте мне. И довольно так уже неплохо есть. Что я буду делать дальше? Еще 10 дней я буду наблюдать за всходами. Будут ли у меня появляться новые всходы? Так как семян было 35, зашли далеко еще не все семена. И в течение 10 дней я еще буду ждать всходы. А по истечении этих 10 дней я буду снижать температуру. Сейчас они у меня стоят под подсветкой на теплом стеллаже. Температура 23-25 градусов. Плошечка у меня всегда закрыта. Открываю ее буквально на минуточку каждый день, чтобы посмотреть, как обстоят дела. Как я уже сказала, температуру буду снижать где-то до 19-20 градусов. Для того, чтобы всходы не тянулись. Росли коренастыми и крепкими. И стоят под подсветкой. Подсветка у меня включается в 7 утра и выключается в 11 вечера. Круглосуточную подсветку я не оставляю. Вот все, что взойдет у меня к 20 декабря, то я и буду выращивать. Дальше ждать там уже смысла нет, потому что это практически будет месяц от посева. Хотя бегония всходит так долго. Но вот что скажу за позапрошлый сезон, когда я сеяла бегонию, она у меня взошла практически 100%, и взошли семена в одно время на 6-й день. Я очень этому, конечно, удивилась, и хотелось повторить прошлый опыт, но, к сожалению, не получилось. Пока семена всходят очень неравномерно. Но будем надеяться, что они все-таки взойдут. Интересно за ними наблюдать. Выращивание бегонии из семян, конечно, требует такого терпения. Так же, как и выращивание эустомы, глоксинии. Но это процесс довольно увлекательный. Кто еще не пробовал выращивать бегонию из семян, попробуйте. На этом у меня все. Кому интересно, оставайтесь со мной. Заходите ко мне на канал. Следите за моими видео. Всем пока!